Эй, хей, хей, всем добрый день. Я вам даже помашу ручкой. У меня более-менее нормально работает сегодня камера. Даже, можно сказать, даже не глючит. Ладно, неважно. Я сегодня хочу еще раз, я вчера тестировала без стрима, хочу сегодня еще раз протестировать на стриме. Пока у меня есть часочек времени, там у меня тесто подходит, будет хлебушек вкусный. Потом поделюсь фоточками в Дискорде. Так, пока у меня там еще подходит тесто, и мне за ним не нужно следить, у меня есть час времени. Я думаю, что это будет не сильно душно. Сейчас я все включу, настрою. К сожалению, мне нужно это делать через Discord, потому что мой ноутбук плохо дружит с одновременным запуском игры и запуском OBS. Это не конкретно с этой игрой, это со всеми играми. Очень редко какие игры могут идти нормально. Но так как эту игру я первый раз запускаю на стриме, то решила сразу же запустить ее отдельно. Так, уже слышно музыку из игры. Сейчас я продемонстрирую картинку. Собственно, было видно всем, а не только избранным. Так, и... Вот, видно игру. Это старт. Собственно, поехали. Так, этот я прикрою немножко монитор. Здесь видим опции. Возможность выбора языка нет. Графика. Я не буду ее сбавлять. Я надеюсь, что нормально, не будет сильно тормозить. Музыка. Это я сбавила музыку. Ну, кстати, нормально. Запуск игры. В демо-версии, я так поняла, что в демо-версии у нас есть только обучающая программа. Вот у нас тут есть цемент, пластификатор, кирпичи, песок, арматура, чтобы сделать армированный бетон, да. Это доски для опалубки, это щебень. Здесь у нас какие-то чертежи. Двери. До установки дверей и окон я, к сожалению, не дошла, потому что я очень сильно задушилась этой игрой, откровенно говоря. Так, у нас есть тачка, она понадобится потом. У нас есть бетономешалка, тоже потом понадобится. Здесь кнопочка, кстати, очень по сравнению с House Flipper, я упомяну его здесь, так как я в него играла. Здесь есть вот взаимодействие с предметами такими, мы видим, как немножко подтормаживает. Кстати, когда подтормаживают, почему-то в OBS выходит на стартовую страничку. А здесь рецепт разных растворов. Но я не понимаю, откровенно говоря, я далека от строительства, какой для чего раствор нужен.
подозреваю, что бетон вот этот вот нужен сейчас вот для залития вот сюда вот у нас очерчено, как бы подсвечивает голубеньким. Вот тень какая шикарная. В хаус-флиппере такой тени не было, ты себя не мог видеть. Посмотрите, какие ботинки и штаны на нас одеты. Мне очень-очень нравится визуальная картинка. Ну что, начнем. Вот нам даже подсвечивается подсказка и стрелочка о том, что нужно взять опалубку. Мы можем взять ее, по-моему, 15 штук или 20. Сейчас проверим. 20. Да, 20 максимально. Внизу вот под циферкой 1 у нас, собственно, вот это доски эти деревянные. И нужно подходить сюда, наводить крестик. Надо нажать единичку, чтобы человек, за которого мы играем, взял в руки эту доску. Это важно. Вот. И тогда нажимаем на крестик, подводим к синеньким вот этим вот. И тоже очень интересно, что человек приседает и ставит. Ничего не нужно для этого дополнительно нажимать, просто такой вот геймплей. Мне это очень нравится. По сравнению, все же вспомню House Flipper. В House Flipper такого нет. Там нет тени, нет вот этого вот приседания такого. Хотя там, когда сажаешь цветы, есть какое-то такое приседание, но там мы видим только руки. А здесь как бы мы видим ноги. Вот мы можем увидеть сейчас так, чтобы тень была видна. Вот тень, то тень тоже меняется, тень тоже приседает. Это очень круто. Игра тормозит у меня, не только в OBS и на Твиче. Возможно, это проблемы моего железа, как бы, я так подозреваю. Вот, у нас закончились доски, мы идем их опять брать. Угу. Берем доски. Неудобно, что нужно каждый клик, а нельзя просто зажать. По-моему, нельзя просто зажать, чтобы они набирались, эти доски. Опять нажимаем единичку на клавиатуре, чтобы доска появилась в руках. А потом позже, я надеюсь, что я за час успею, как бы я уже вчера познакомилась с игрой, думаю, что у меня будет немножко быстрее, чем вчера. В общей сложности, по-моему, часа 3 мне ее играла, или 2 с чем-то, ну, неважно. В общем, что неудобно, потом я это покажу, надеюсь, и расскажу, то нужно вот каждый раз нажимать выбор рук там или какого-то предмета. Это как бы вроде бы более реалистично, да, что нужно доску сразу взять в руки, а только потом ее укладывать. Но потом это будет не очень удобно, когда это будут уже кирпичи и раствор, то очень неудобно менять мастерок, да, шпатель вот этот вот, которым накладывать раствор и кирпичи. У нас опять закончились доски, еще возьмем, там, по-моему, штучек 5 надо. Так, не проваливайся. Вот еще проваливается в текстурке, и так странно как-то загибается нога у персонажа. Возьму чуть запасом. Ну, я думаю, что это будет пофикшено уже в полноценной. Нам даже надо мало. Их 2, 3, 4. 4 штучки. Так, берем опять доску. Раз. Два, ну вот я говорила, 5, взяла больше. 4.
Так, и теперь нам подсвечивают вот, что нужно туда положить арматуру. Мы нажимаем на единичку опять, чтобы убрать предмет из рук. И бежим за арматурой. Вот мы ее берем. Нам тоже ее нужно. Берем сразу максимальное количество, которое можем взять. Это 20. И опять нажимаем. Теперь у нас это под кнопочкой 2. Вот, укладываем. Да, я случайно нажала. Укладываем арматуру. Я не сильна в терминологии, как могло бы показаться, что я это все знаю. Я не читаю то, что на английском там написано, потому что я не так хорошо знаю терминологию английскую именно в этом. Но на русском я примерно знаю, что это такое и зачем это делается. Потому что недавно строился дом, в котором я сейчас живу. И как бы мне это все известно напрямую, потому что я за этим следила. Как бы когда строится дом, в котором ты будешь жить, хочешь не хочешь, тебе необходимо хоть как-то разбираться в этом вопросе, чтобы хотя бы немного контролировать те работы, которые происходят. Так, у нас закончилась арматура, идем. Вот эта беготня, собственно, практически всю игру, потому что... Нет, нельзя зажать, нужно клацать мышкой. Вот это тоже неудобно, то каждый предмет нужен, то есть каждую единицу ты должен проклацывать это мышкой. Возьми, пожалуйста, в руки. С первого раза тоже не срабатывает взять в руки. Но если у тебя что-то в руках, положить его надо, то с первого раза срабатывает. Возможно, это из-за того, что оно было в руках, я не слежу за тем, что оно закончилось, и типа... Так, теперь нам надо туда раствор залить. Вот нам стрелочка желтенько подсвечивает, да, что нужно включить бетономешалку. Вот, показывает, да, вот сюда вот. Нажать левую кнопку мыши. И он пальчиком так нажимает, очень интересно. Привет, привет! Привет, Санек. Привет. Рада тебя видеть. Как дела? Так, и, внимание, очень важная деталь. Пока работает бетономешалка, жрется электроэнергия, и у нас уменьшается заработок за это дело все. Потому что, как бы, да, мы тратим общие деньги, те, которые могли бы заработать. У меня там панелька, и ее не видно, да? Ну... Что-то видно, что там цифры уменьшаются, да? Я не знаю, какой раствор нужен. В общем, буду использовать тот, который с щебнем, потому что мне кажется, что в опалубку нужно заливать именно бетон, который с щебнем. Нам щебня нужно много, 45%. Щебень вон там. Побежали. Для этого нужно зажать колесико, взять лопату, взять щебень, побежать обратно к бетономешалке. Нажать на бетономешалку. И вот здесь появляется шкала такая новая с процентами. Побежали опять. Взяли щебень. Ой, я немного заблудилась. Так, выложили щебень. Давайте сюда побежим. Так, я далеко. Набрала. Тачку надо было бы убрать, но нам еще не сказали ее брать, поэтому мы типа не знаем, как ее брать. Вот еще то, что я не считаю, что это баг, но это не очень понятно, почему...
кривые цифры процентов. Мы ложим сначала 5%, потом почему-то не 10% появляется, а по-моему 9%, потом 19% и 25%. То есть, ну как бы с точки зрения логичности, так как эта игра приближена, жду грусть ближе к вечеру. У тебя как? У меня вот решила подушиться еще раз в эту игру. Как бы логично, что в лопату ты не можешь регулировать, сколько ты набрал щебня, и каждый раз ты насыпаешь разное количество. Возможно. Поэтому здесь странно меняются проценты. Теперь 31. Ну, нам надо 45. И, возможно, ровно 45 у нас не будет, а будет 44 или 46. То тоже неплохо. Вот у нас 38. Я думаю, что мы еще раз лопатой загребем. Положили. 44. Ну, пусть будет 44. Потом нам нужно 25% песка. Песочек у нас вот здесь. Берем песок. Бежим назад. Так, положили. Тоже вот это вот смешно, когда лопата проходит сквозь бетономешалку. Ну, я понимаю, что это как бы текстурки, всякое такое. Так, я забыла на проценты посмотреть, но вроде бы как мы еще не набрали. Там 12. Я где-то застряла, да? Я застряла. Возле крана застряла. Вроде бы это 12. Ну, давайте еще положим. Вот, 19. Как бы 12 маловато, 19 много. Мы оставляем так. 15% воды нужно. Вода у нас... Вот, опять нужно нажать руки. Взять шланг с... И вот как понять, сколько туда надо воды? Двенадцать, а нам нужно 15. И опять 19. Ну вот никак, у меня не получилось ни одного раза, чтобы я 15 хотя бы, или даже 14. Так, и у нас там нарисован мешок с красной полоской. Вот, с красной полоской. Это, собственно, вот он лежит. Это цемент. Но нужно, чтобы появилась вот такая вот мышка. Потому что если просто вот так крестик, он не возьмет. Нужно, чтобы появилась вот press to use. И мы нажимаем, берем мешок с цементом сухим и насыпаем. Так, у нас там какие-то проценты появляются. 2, 12, 3, 19 и все. И у нас вроде бы как ничего не уменьшилось, да? 44, 19, 19 и 19. А, песка надо больше. Угу. Я почему-то песка мало насыпала. Положим вот здесь мешок. И возьмем еще песка. Нажимаем на лопату. Берем песка. Я, Санёк, если ты здесь, если еще меня слышишь, я вначале говорила, что сделала тесто, поставила его подходить, буду печь сегодня хлеб. Все, да, 25. Я что-то не глянула. Ну, вроде бы как достаточно. У нас уменьшилось количество воды. Это уже как бы готовый раствор, и нам даже игра подсказывает, что нужно подойти правильно к тачке, только правильно к тачке подойти нужно, вот так.
и нажать «Использовать их». Вот мы видим на тени, кстати, что человек взял тачку. Управление ней очень интересное. Нужно W нажимать, чтобы ехать вперед, S, чтобы назад, D и A, это чтобы поворачивать вот так. Нам нужно ее подвести под бетономешалку. Повернуть и подвести в упор. Потом нажать левой кнопкой мыши, отойти, посмотреть, что таки да, у нас в упор она подвезена, потому что нет, она плохо. Потому что если она будет не в упор, то бетон разольется на землю. Вот то, про что я говорила, что вроде бы когда приближенно к жизни, но в игре это очень сложно делать. Ну, вроде бы нормально. Теперь нам нужно покрутить тоже с помощью A и D бетономешалку. Вон мы видим, налился раствор в тачку. Мы опять поднимаем, чтобы у нас не вылилось все. Опять подходим к тачке, берем ее и едем. К нашей опалубке, которую мы устанавливали. Так, предлагаю начать вот отсюда. Я думаю, здесь будет... Теперь с помощью правой кнопки мыши мы делаем вот так. И смотрим на шкалу. Залили. Теперь продвигаемся дальше. Поворачиваемся и чуть-чуть вперед, еще развернуть. Думаю, что так нормально будет. А, наливается, да. Чуть-чуть далековато у меня тачка, точнее близко очень стоит. Вот, и сюда мы не долили, и там нам показывается, насколько мы еще не долили нашего раствора. Мне все еще показывает, что я что-то туда не добавила. Возможно, нужно было сделать вот этот вот средний раствор с пластификатором. Ну, я не буду переделывать. В общем, это как бы тонкости перевода. Я их не понимаю. Извините меня за это, я не понимаю английский настолько, чтобы понять, тот ли раствор я сделала. Кажись, у меня... Нет, все нормально. Казалось, что тачка у меня стоит далековато. Нет, все нормально. Так. Разворачиваемся. Развернуться надо. Чуть-чуть, да? Все, мы тут долили. Поехали дальше. Давай, Санек, хорошей тебе работы. Вот. Еще чуть-чуть там осталось долить. Вот все равно упорно говорит, что надо добавить пластификатор. Ну, что, попробовать добавить? Давайте попробуем добавить пластификатор, раз игра так сильно просит.
что, все равно нет. Все равно, говорит, нужно миксет. Странно. Ладно. Ой. Вот это еще тоже как бы не очень нравится мне, что человек может зайти просто так на какой-то предмет, типа тачки. Не должно быть такого. Я не подпрыгивала, я просто сдала назад немного. А он взял и наступил на тачку. При том, что когда я там уже стену построила, такую низенькую, он ее переступить не мог. А значит, на тачку наступить может. То есть как бы нелогично. Так, мы налили еще раствора. Берем тачку, разворачиваемся, едем вперед. Так. Наливаем здесь раствор. Правой кнопкой нажимаем, долили. Ой, ну закончился. Что же такое? Нам даже не хватило еще куда-то налить. Видимо, я мало налила в бетономешалку. В бетономешалке еще есть. Постоянно нужно контролировать, кстати, количество... Так, я что-то кривовато поставила его. Постоянно нужно контролировать проценты, которые остались в бетономешалке. Я не вижу, куда я наливаю. Я наливаю вообще или я налью на землю? Нет, я налила в тачку. Я налила в тачку. Отлично. Оставляем бетономешалку. Потому что вчера я, когда играла первый раз, у меня почему-то получалось налить на землю. И у меня там появлялась ляпка. И даже когда я повторно колотила раствор, тоже я почему-то в процессе заколачивания, смешивания умудрялась разлить это на пол, точнее на землю. Все, закончился. Класс. Ну, можем вот здесь прямо развернуться. Ну, классно поставили. У нас еще есть раствор. Ой. Не туда подошла. Да. Нажимаем. У меня еще плохо с управлением. Это мои особенности. Работы на маленькой клавиатуре очень немеют пальцы. То, что кнопки очень маленькие и по размеру, и по высоте. Очень неудобно ними работать. Ну, я думаю, можно вот здесь залить. Музыка приятная, кстати, мне понравилась. Достаточно такая... не занудная, как я это сказала.
я сильно заехала далеко, да? Ну, так надо. Я налила чуть-чуть совсем. Угу. Так, смотрим на шкалу бетономешалки. У нас там пусто. Значит, ставим тачку здесь. И опять колотим бетономешалку. Берем лопату. Так, неважно. Бежим к бетономешалке. Высыпали. И еще. Высыпали. 25 надо. Так. Высыпали. У нас 19. Двадцать пять. Супер. Щебень. Есть. У меня, по-моему, закончилась вода. Да. Угу. Я сейчас не пойду за водой. Так, у меня есть еще полчаса. Так. 31. Предлагаю добавить раствор. Предлагаю добавить цемент. Так. Отойти надо немножко. Не хочет этот мешок юзать? Почему ты не хочешь этот мешок юзать? Хочешь вот этот юзать? Давай этот. Не хочет этот брать. Почему ты не хочешь его брать? Вот. Вот этот. Ну, возьми этот. Без разницы. Кто там пишет? Нам надо его 15. По идее, еще один. Ну и получается 19. Есть у нас 19. Кидаем туда. Теперь надо использовать воду. Вот подсказки как бы говорят, что уже надо тачку. Но я-то понимаю, что тачку еще рано использовать, потому что мы не налили туда воды. А где конец? Вот он.
посмотрим. Девятнадцать. Окей. Докинем еще туда чуть-чуть щебня. Где наша... Ой, где наша лопата? Вот неудобно то, что нужно это делать все одним движением. Так. И зелененькая шкала нам показывает степень перемешивания. Так, я думаю, что можно использовать уже тачку. Так, мы переключаемся на руки, берем тачку. Подъезжаем аккуратно к бетономешалке. Вставляем ее тут. Угу. Налили назад. Так. Подходим к тачке. Заливаем. О, у нас там кусочек не залитый. Вот, и то, про что я говорила, почему-то у нас вылился раствор на землю. Но у нас есть вот такая замечательная кирка. Мы ее оп и убрали. Ну теперь мы опять берем, выбираем руки. Да, у нас они большие и сильные. Берем тачку. Так, бери тачку. Берем тачку. Подвозим ее сюда. Так. Да, у нас резко уменьшилось количество бетона, потому что мы частично его вылили на землю. Я не понимаю, почему это происходит. Я ставила тачку дальше, и оно не проливалось на землю. Ставила тачку нормально, и оно проливалось на землю. Притом еще у меня было во время... То есть у меня тачка вообще далеко стоит, да? Во время замеса гора. Вот почему сейчас она ровно стоит? Почему я ее бросаю, она криво стоит? Во время замеса это вообще какая-то грёбаная магия. Я не знаю, что это такое. Далеко. И вот что? Я не могу опять ее взять. То есть я с места не уходила. Я вот здесь стою. Вот.
какой-то глюк или баг, я не знаю, как это назвать. Дальше я ее не могу по пасу. Могу назад, вперед, нет, не могу. Вот так. Она и так максимально стояла к бетономешалке. Что не так? Почему? Почему я не могу налить в нее раствор? Что не так? Чтобы понимать, время идет, бетономешалка крутится, а я не могу выставить тачку. Бетономешалка крутится, значит, мы меньше денег получим, потому что за электроэнергию нужно заплатить. Ничего не наливается. Класс. Там есть раствор. Раствор не наливается. Как бы логично, что нужно сильнее перевернуть бетономешалку, чтобы вылить остаток раствора. Но нелогично, что выливается он просто по непонятным причинам. Вливается на землю, я имею в виду. Вот, и если тогда у меня хватило на несколько заливок, то сейчас у меня хватило только на две заливки. То, что я колотила вот это вот, бегала тут с песочком, с щебнем, у меня хватило только на... Вот я одну заливку сделала, и вот это вторая заливка. Возможно, у меня хватит, но вряд ли. Тут как минимум еще один замес нужен. Вот, мы не долили, оно светится зелененьким, шкала, то мы не долили. И вот здесь вот маленький пятачок такой, который типа не долит. Ну не знаю, хотя там и не светится ничего. Поставим в сторонку тачку и побежали опять за песочком. Что же делать? Нужно взять лопату. Да. И мы ждем, пока у него в руках появится лопата, что есть логично. Бежим опять за песочком. Бежим обратно к бетономешалке. Сколько там нам песочка надо? 15. У нас 12. Оставим на этой цифре. Берем щебень. Уху! Кстати, можем выключить мы бетономешалку, но нам нужно выбрать руки правильно, потом тыкнуть. Мы сейчас все насыпем, а потом включим бетономешалку. Ничего с ней не случится. Я надеюсь. Че, ты не хочешь ложить туда? Он не хочет ложить в некрутящуюся бетономешалку. Вы видите? Он не хочет туда ложить. Он считает, что она не работает. То есть логично. Игра умная. Мы включаем бетономешалку и бежим за щебнем. Игра умная, Алена тупая. Хотела обхитрить игру. Угу. Да. Вот, теперь мы положили, наконец-то, что бетономешалка крутится. Так, я положу руку на стол, потому что она уже у меня занемела.
что немного ближе к вам. Как бы обнимать вас своим присутствием. Очень жду, когда эта игра будет доведена до ума. Пофикшены все баги и будет в доступе в магазине Steam. Очень хочу ее себе приобрести и буду очень рада, если она в скором времени будет доступна к покупке. Так, у нас 38%, я предполагаю, что можно на этом остановиться, насыпать раствор цемента, точнее шок цемент. Но нам надо выбрать руки. Так, use. Цемент. Раз. Три. Есть. Так, цемент ложим тут. Берем вот это вот. Свой рецепт. И разочек пластификатора вот этого вот. Так, ложим. Теперь водичка. Где у нас кончик шланга? Я не могу его взять. Почему? Не могу пройти здесь. Я застряла в текстурках. Ну, как бы... Насколько мы знаем... Кстати, вчера играла, и на шланге у меня... Я шланг почему-то потеряла где-то в районе песка. И на шланге у меня там еще накиданный был раствор. Я так раскидывала с ним. Вот, и я не могла шланг взять, потому что у меня на нем был раствор. Что такое? Почему не могу взять? Что не так? Мне нужна вода. Я выбираю руки. Руки. Пытаюсь взять. Считаю, что это не баг, но это очень неудобно. Чех. Мастерочка у нас есть. Я не могу ничего оттуда взять. Ничего туда положить не могу. Мне нужен последний ингредиент, это вода, но я почему-то не могу ее использовать. То есть наведение курсора на шланг не дает никакого эффекта. Не появляется иконка use. Я не могу взять. У меня лежит где-то тут в кустах. Не могу к нему подойти. Ну, это эпик фейл. Без воды у меня не доделанный этот раствор. Могу докинуть еще щебня, но вряд ли это поможет. Там есть место для щебня, но там должна быть вода. 4%. Вода тут необходима, а ее нет. Я не могу взять шланг.
Подсказка внизу говорит, что я должна... То, извините, возможно, сейчас глюканет игра, потому что я вышла. Нет. Я не могу использовать тачку, не могу использовать этот раствор, потому что там нет воды. Игра, ты как бы... Я тебе намекаю, что нужна вода. Как мне сделать это без воды? Я не могу взять воду. Ну, это баг. Это баг конкретный, я не могу взять воду. Если тогда я не могла взять воду, потому что у меня шланг лежал вот здесь в песке, и шланг, на шланге лежали пакеты с раствором, я не могла его взять. То сейчас что? Я на нем стою? Нет, я на нем не стою. Я на нем не стою. Я вот стою сбоку. Я навожу крестик и никакого эффекта. Не могу. Что? Тут только что мелькнула кнопочка Use. Мне показалось. Да, она опять мелькнула, но что я должна юзать, если там ничего нет? И при том я нажимаю на кнопку, а ничего не происходит. Угу. Интересно. Что я должна юзать, если ничего не происходит? Ладно, будем без воды. Ну, еще последний раз с этой стороны подойду. Типа я не стою на шланге. Ну, я не стою на шланге. Что мешает его взять? Кнопочка Use не появляется. Мне опять кто-то пишет. Меня это бесит. Почему у меня не включился в Дискорде режим стримера? Так, немного стало подтормаживать, да, или много стало подтормаживать? Что вот это такое? Это режим стримера так на тебя подействовал? Игра, не это, не выводи меня, пожалуйста. Мы же хорошо с тобой общались.
Я могу смотреть сквозь рукав. Данный раствор без воды. Ну, будем считать, что там была вода в бетономешалке. И что-то заколотили. И что? И оно там ничего не долилось, да? Класс. Люблю такие игры с багами. То есть мы их не долили. Уже был раствор, почему-то не долил. Добренько. Давай попробуем еще налить в тачку. Да, где мой модератор? Я не устала от рекламы. У меня нет рекламы. И мне не нужно продвижение канала. Извините, но вы не по адресу. Так, наливаем. Насыпаем, я бы сказала. И как мои страдания, так вот, только сказала, где же мой модератор? А модератор взял и пришел. Радость моя, ты как? Я решила повторить. Меня было мало вчера. Сонный? Я думала, ты уже там работаешь в поте лица. Во. Я подлила там. Так, еще где? Вот тут кусочек был, да? Так, разворачивайся. На углах вот здесь. Есть. Здесь нормально, кстати. Там угол нормальный. Да. Ну, как бы да, но хочется. Чего там тебе хочется? Спать? Тут надо или не надо? Вроде не надо, да? Нормально. Нету щелей. Так, здесь посмотрим. Здесь тоже нормас. Здесь нормас. Великолепно. Еще один баг. Я заколотила раствор без воды, потому что я не смогла взять шланг. Я не понимаю, почему. Ладно.
Мне все равно говорит, что типа какой-то еще раствор надо заколотить, да, или что? Ну да, это использовать бетономешалку. Я не знаю, почему шланг не берется. Ну, в общем, я его не смогла взять. Вот он лежит тут. Я специально его уже не ложила куда-то далеко, а ложила вот здесь. Он не берется. Не появляется вот эта вот кнопочка used. Блин. Да. Я со всех сторон к нему подходила. А подсказки сошли с ума, потому что подсказывают мне, что нужно включить бетономешалку, загрузить раствор и все. Уже должны быть кирпичи, а кирпичей нету. Не. Я как бы тут везде все залила, нигде ничего не светится, что не залила. Все дырки проверила. А, вот тут был кусочек недозалитый, я его залила. Уголочки все проверила. Все есть, все на месте. Я его в текстуре положила. Ну и так, понимаешь, что в текстуре как бы... Я его уже ложила туда в кусты и потом нормально оттуда взяла. А теперь я не могу его взять оттуда. И кирпич не могу взять, да? А, нет, берется. Беру кирпич, значит. Каждый кирпич нужно клацать. Кстати, ты это ж загрузил игру? Ты в нее играл? И кирпич я не могу положить. Почему? Почему не могу положить кирпич? Потому что он не подсвечивается тут. Что не так? Надо новый раствор заколотить с пластификатором. Ты не разобрался с вот этим вот, типа, чего, кто чего, куда? Я тут даже стою на этом мешке, и он все равно берется. Двадцать. Окей. Все равно я не смогу это. Заткнись в планшет. Окей. Заткнусь в планшет. И куда?
Ничего, тут только кирпич и вот эта вот штучка какая-то. Но у меня кирпич есть. Я могу его продать, могу купить. Мне он как бы не нужен. А что тут еще? Тут окно, дверь и вот это вот, и все. Сохранения нет. А ты говорил еще в чертеж? Это в полной версии будет доступно. Чертеж. Что я ложила туда? Песок. Да, если перезайду, то опять заново надо будет. Я не поняла вот этот прикол, что я доложила стену, доложила, типа, бетон, долила, и у меня не появляются кирпичи, что от меня хочет, я не понимаю. Типа, воду не дает взять. Ну и остается вода, а воду я не могу взять. Догадайся сам, что ты должен стать с другой стороны. Угу. Это я так просто к слову. Может, действительно где-то не долила. Давай будем ходить и доливать. Но ну, не появляется даже шкала о том, что типа где не долито. Что, скорее всего, игра сломалась из-за шланга. Да. Попробуйте еще поездить. Так а смысл, если оно сломалось? Да, печально. Я даже не дошла до момента работы шпателем. И кирпичом. Ну вот, раствор вроде бы как есть, да, и такой как надо. Даже несмотря на то, что там нет воды.
Даже шкала не появляется, не. Фигня. Я вылила куда-то раствор, а непонятно куда. Куда я его вылила? Типа сюда. Ну вот тут больше не стало, видишь, ровнее, красивее он не стал. Нужно же не бетон месить, а вливать. Вот оно меня направляет к бетономешалке, типа. И про воду, кстати, вообще ни слова. Да, печалька. Думала как раз показать на стриме божину со шпателем. Ну, это не божина, но играть неудобно. А мы не можем даже ничего не можем. Мы даже кирпич не можем положить. Возможно, я в этот раз раствор неправильно сделала. Хотя, мне кажется, тот раз более неправильный раствор был. Кстати, у меня тоже такая бочка есть на участке стоит. С водой. К бетономешалке направляет, да? Потому что надо вылить в тележку, в тачку эту. Тачку взяли. Ну, я уже вот при тебе ж наливала, и чё, всё. Тогда у нас вчера осталось ещё... Блин, чё сделала? Случайно нажала на кнопочку. Извините. Так, мне уже, наверное, надо идти, да? Сколько-то времени. Сломать и залить. Ну ты вообще сломать и залить. Такое сказал. Я вот это долбалась, тут заливала, ты мне говоришь, сломай. Сейчас попробую. Самый корявый вот этот вот, да? Не могу. Получается. Вот тут игра не дает это сделать. Притом эта текстурка меняется.
не ломается фундамент. Но цемент куда-то уходит, то есть бетон. Бетон уходит. Не знаю я, в общем, сложно с этим совсем. Плохо, что я считаю, что это баг, потому что вот я подхожу, крестик есть на пластификаторе, а взять я его не могу. Мне нужно искать, подходить, отходить. Как же, чтобы на нем вот так появилось press to use? Извините, но press to use ждать каждый раз, особенно когда у тебя работает бетономешалка, считается время, считаются деньги, электричество, то есть тебе надо работать быстро, а ты ищешь кнопочку Press to Use. Притом я стала, провалилась в текстурке, провалилась в этот пластификатор и могу его взять. Это нелогично, во-первых. Я понимаю, было бы логично, если бы нужно было с какой-то стороны подойти определенной, как-то его по-особенному взять, потому что по-другому его нельзя взять. Нет. Почему с арматурой и досками можно просто крестиком навести и взять их? Песок можно просто лопатой набрать, неважно, где ты стоишь. А вот мешок ты не можешь просто подойти и взять. Шланг ты не можешь просто подойти и взять. Тебе нужно, чтобы был значок Press to Use. Хорошо, если это только в демо-версии, и мы больше с этим не встретимся. Плохо, если это будет продолжаться и дальше. Мы его поставили. Мы его уронили. В три я надеюсь, что я буду. Ну, пойдем дальше к нашему острову загадочному. Будем дальше давить растения и пробовать сварить то зелье. Я не вижу смысла дальше пытаться ломать эту игру. Она не работает. Как бы это печально не было. В общем, я пошла, у меня там тесто стоит, подходит. Я надеюсь, что вот я могу отсюда что-то press to use. Но что это, я не понимаю. Возможно, это как раз нет. Это какой-то поддон, который я могу использовать, что ли? Нет. Я не могу его использовать. Зато я могу сюда выйти. Посмотреть на грязную речку. Это пирс. Нет, это, наверное, затока какая-то. Как она называется? Для этих, для этого причала этих лодок. Игра меня сломает быстрее, да? Она меня уже сломала. Мне показалось, что вчера я была недостаточно умна и сообразительна, что я могу попробовать еще раз. И на этот раз меня игра не поломает, но я ошибалась. Игра меня поломала, нагнула, очень жестоко поимела. Да. Туда дальше я не могу пройти. То есть это ограниченная локация. И сюда на участок я тоже не могу зайти. Йо-хоу! А, это другой участок стройки. Я поняла.
Тут типа домики такие строятся, красивые, да? Тут уже у кого-то огород. Ну, хоть походить по локации можно частично, да? У кого-то тут уже сосны такие, мангальчик там, да? Угу, красиво, красиво. Как бы игрушка обещает быть очень увлекательной, интересной, особенно если там будут продуманы все вот эти вот приколы с заказом, с чертежом, да, что надо будет сверяться с чертежом, какой-то дом должен построить, с верандой, вот тут вот веранда. Только непонятно, вот это вот не соответствует тому, что на чертеже. Интересно очень. Нет, может, я тупая, не понимаю что-то. Ну, как бы обещают быть очень интересной игрой, если вы пофиксите баги. На этом предлагаю... Возможно, это все часть обучения. Да, я специально ослабил растение, чтобы ты прошел путь, который я тебе уготовил. Все, ребят, на этом заканчиваю. Я с вами не прощаюсь, я вернусь еще сегодня. Это был тренировочный стрим. Всем удачи. Я надеюсь, что я не умру. И в 3 часа вернусь к вам. Так что до встречи.